Так, новый персонаж это, как можно заметить, вот Лига Хардкор. Вот так, просто реально. В чем плюс вот Лиги Хардкор? То, что тут до хрена амуниции. То есть я только перешел, да, у меня полные вкладки уже шмота. То есть это, ну, реально круто. Не знаю, наверное, с этим амулетом останусь. Вот, то есть у меня даже пятилинк есть вот для следующего уровня. Еще один уровень нужен. Вот, правда, у меня вкладок мусорного до хрена, но зато у них до хрена полезно. Так. Перешейк. Перешейк, я просто из игры сейчас перезаходил. Потому вот... Кстати, у меня резистов не хватало, потому я просто ауру въебашил на резисты, и, в принципе, у меня их побольше стало. Типа изи. Вот так, что-то я... Мне не особо понравилось в Харбрингере играть. Потому я решил сюда перейти. Резист... Ой, реген у меня где-то по 260 хп в секунду с каменным големом. У меня еще пояс вот такой. Коса вот такая тоже крутая. С резистами у меня проблема была. Потратил время, прежде чем, сука, прежде чем нужные резисты найти. Вот с резистами, да. А так, в принципе, с твинкошмотом я быстро, особенно первые 4 акта или первые 5 актов, я бы очень быстро пробежал. Вот, за счет твинкошмота. Итак, вот я вышел на карты, собственно говоря. Только что, вот прям только что я убил Китаву в 10 акте, видите, 72 уровень, реально. Так, я джунгли люблю. Моя любимая карта, вот джунгли. В чем смысл? Я, короче, до 72 уровня качался, и только на 72 пошел эту суку убивать. Китаву, потому что реально тяжело, там несколько порталов потратил, прям штук 9, да, прям по КД я телепортился оттуда. Ну вот у меня 5 линк, вот такой, это как 6 слотов, но 5 линк. В принципе, вот это билд, да, как он должен выглядеть. А, вот метку вождя забыл, метка вождя как аура. Я с Сандером, короче, левелился, потом пришел в 10 акт и перешел на вихрь. Резисты у меня почти каповые, но с зарядами выносливости будут каповые. Вот 69, 73, 75. Ну, хаос не считается. А, кстати, у меня к молнии перебор почему-то. Ну ладно. Вот, к хаосу не считаются резисты, так что это ладно. Мне бы они хотелись. Вот у меня, кстати, есть кольцо даже. Резист хаос. 12 тысяч урона, это не набафанный. В принципе, на тир 1 карты я давно мог идти еще до этого. Хардкор. Лига хардкор, да. Хардкор стандарт. У меня реально тут до хрена, типа, очень приятно. До хрена шмота есть с прошлых лиг. Я же уже давно на хардкоре достаточно играю. И тут до хрена шмота прям осталось. Да, пойдем осмотримся. Бля, лагает, пиздец. Не знаю почему, кстати. На картах реально лагает. Ну вот, то есть реально это круто, красиво, типа такой. Просто кнопку не отжимаешь, просто идешь, ваншотаешься. Реально это красиво, эффективно. Мне вихрь нравится. Плюс он очень живучий, еще стоит заметить. А вихрь очень живучий. Ну, гладиатор именно, не сам прям вихрь.
Правда, у меня вал пакт не вкачан, я не собираюсь его вкачивать, потому могут стать проблемы и отражалка, отражение урона. Это может стать проблемой. Правда, у меня талант есть, типа я получаю меньше отраженного физурона. Инстакол бы у меня, да. Вот это круто, вот тоже сейчас разлом покажу. Типа разлом, они созданы прям под вихрь, или вихрь под разлом создан, то есть реально круто. Ты кнопку атаки можешь не отжимать даже, по сути. Главное кровотечение не словить. И все. Плюс благодаря регену и лайф лечу, типа... Благодаря регену и лайф лечу я по КД отхиливаюсь и, ну... Я даже особо не проседаю. Лагает, блин. Но это на записи только. Я уверяю, что так не лагает. Это только на записи. Вообще на хардкоре, когда играешь, это важно. Конечно, нельзя играть. Но вот с такими лагами на хардкоре это самоубийство. Очевидно. Скоро надо будет третью лабу сделать. Я только две пока сделал. На босса пойдем. Босс тоже, он легко уйдет. Чё, у меня 51% физзащиты, конечно. Плюс колба на броню. Жаль, только у меня шанса блока нет. Ух, ебать. Чё это мне сейчас так продамажило? Вот это мне не нравится совсем. Отлично. Кстати, есть разные сборки вихря. Вот у меня такая, то есть есть другие сборки там с кровотечениями, еще с чем-то. Хочу теперь показать. Ну, именно я не особо много просто, как мне кажется, рассказал об амуниции, об моей, вот, собственно говоря, показать поподробнее. 38% снижения физурона, но у меня есть... Вот у меня метка вождя стоит. То есть при убийстве там заряд выносливости можно получить. Ну, я не знаю, там, то есть куда больше под этим зарядом будет. Есть вот такая вот переполненная чаша, освещенную землю создает. Короче, освещенная земля, насколько я знаю, это реген дает, вот. В этом смысл. У меня и так реген 3-3-3-2-2 хп в секунду. Ну, с големом. То есть атак еще больше. Колбы у меня инстат. Ну, само собой, отключение заморозки. Тут они тем более нужны. Контактный билд туда, то есть не стрелок. Но они вообще всегда нужны. А так, тем более, контактный билд. Можно было бы еще что-то. Вот заряды выносливости я бы прокачал еще. Вот тут плюс один к зарядам выносливости. Но мне кажется, это потом я сделаю. Чё вообще они дают заряды выносливости? Получается, снижение физурона они дают. Вот. По-моему, снижение физурона и резист, и все вот. По-моему, больше ничего. Само собой, Лайф лич у меня вкачан, вот. Ну, мана лич и лайф лич. Ну и плюс у меня от кровавого угара, от вот, от метки вождя тоже лайф лич. То есть, ну, не слабый, я бы сказал, не слабый. Плюс я вот тут еще прокачаю. Все равно я не буду вот с валпактом бегать. Я думал, типа, вот сюда вот, к охотиться, вот сюда пойти. Тут тоже реген, хп есть, но с валпактом что-то я бегать не хочу. Потом я думал, вот тут прокатить.
вот тут похищение, прокачать жизни, и вот тут хп. Скоро третью лабу пойду через пару уровней. Ну вот, вот это качнул получается. Убер лабу даже не знаю, я даже на хардкоре еще испытания не проходил. То есть они у меня не сделаны даже, да? Потому убер лаба это такое. Блин. Вот эти вкладки мусорные бесит, конечно. Хреновые. Хреновые вещи. Тоже надо... Херня какая-то. Тоже надо смотреть. Надо смотреть на карты, на которые идешь, даже если билд сильный, да. Кажется, все зачищает все равно, конечно. Это важно. На такие вещи надо смотреть. Вот у меня меч, кстати, крутой есть, но я не знаю даже. Я на нем бы 5 линк хотя бы сделать. Да, может, и 4 линки нормально будет. Надо сейчас попробовать. Вот пояс, кстати, нормальный такой скрафтил. В принципе, этот билд выглядит окончательно, да? То есть, как бы я его хотел видеть в окончательном виде, так скажем. Ладно, как-то так.